Третья часть — танец. Я уже начал говорить об этом, потому что это, собственно, почему мы здесь. Голодное сознание. Нужно что-то привести в свои студии. Итак, бальные танцы расположены в этой универсальной вселенской системе и следуют закону, что танцевальная пара — это система противоположностей, балансированная в гармонии между полами, сознаниями, физически. Мужчина и женщина соединяются вместе, чтобы создать мир и единство, модель балансированной вселенной. Танцевальная пара — это очевидная демонстрация возможного единства, компромисса между противоположностями. У нас даже есть большая часть нашего бизнеса, очень успешная, называющаяся «свадебный танец». Почти в каждой стране во время свадебной церемонии молодые мужчина, муж и жена демонстрируют танец. И люди, которые никогда даже не задумывались о танцевальных уроках, приходят в танцевальную школу, просят хореографа сделать кусочек хореографии, иногда очень простой, иногда более сложный, и это всегда высшая точка этой церемонии. Почему? Все смотрят на них и говорят: «Вау, он толстенький мужчина, она выше него в два раза, он стоит на колени, она идет вокруг него, но они делают что-то вместе, и они очевидно демонстрируют единство». И это действительно знак. Друзья, мир достижим. Мы в мире. Каким-то образом мы нашли это понимание. Между нами нет войны. Танцоры, по факту, являются послами природы на Земле, демонстрируя людям, что единство и мир достижимы. Танцевальный мир — это мир без войны, я уверен. Будьте горды быть танцорами, будьте горды быть танцевальными учителями, чувствуйте и будьте горды тем, что вы обслуживаете природу и доставляете главную идею Вселенной и природы своим танцорам и ученикам через танец.